Сегодня на улице Терская примерно в 7 утра трое мужчин устроили стрельбу из травматического оружия. О происходящем местные жители заявили в дежурную часть полиции. На место происшествия выехало два наряда патрульно-постовой службы. При задержании нарушители общественного порядка оказали сопротивление. Один из полицейских ранен в шею. Врачи сделали операцию. Трое задержанных доставлены в отдел полиции. С ними работают следователи. По факту причинения огнестрельного ранения сотруднику патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Анапа во время выполнения служебных обязанностей проводится проверка. В настоящее время сотрудник полиции прооперирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.